Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я проедусь польским селом Галина, покажу, где работают люди. Вот выехал за этот поселок сейчас, показать вам предприятие, куриный завод. Сниму и заеду в поселок, проедусь, покажу, что здесь есть. Кому интересно, ставим лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Еду справа меня вот этот завод огромный, курячий. Здесь где-то 1000 человек работает. Огромное предприятие. Буквально там за 1,5 года его построили. Вот этот завод. Еду сейчас. Иду на велосипеде. Заеду в поселок. Проведу вам экскурсию еще. Кто еще не видел. Знаки. Справа меня поле растет, кукурузы. Выше и вверху провода идут, высоковольтные. Линия проходит. Вдали можно увидеть, там мясокомбинат есть. Тоже огромное предприятие. Где-то 1000 человек работает. Это все в этом поселке. Поселок называется Галина. Находится в Великопольском воеводстве. Население, ну, здесь 2000 человек. Вот. Погода у нас сегодня хмарная, дождь передают, но пока места дождя нету, решил вам выехать, снять, показать. Погода уже такая, как осенняя, дожди начинаются. Вот знак, начинается населенный пункт. Этот курячий завод как вдали, за поселком. С левой стороны видно, техника стоит. Прямо делают железную дорогу, строят. Вот справа тоже видно, много техники нагнано, куча щебня, железную дорогу делают. А дальше там, не знаю, сколько там, с километр, меньше, 500 метров где-то, там находится ЖД вокзал. Проехал в поселок, справа меня какое-то тоже предприятие построили. Я даже не знаю, что здесь. Видно, новое здание построено. Вот с левой стороны Хусварна Групп. Предприятие тоже не маленькое. Там склады. Справа меня сельская обстановка. Проехал. И вот сейчас можете наблюдать с левой стороны предприятие. Вот это огромное, что вам говорил, мясокомбинат. Вот здесь много людей работает. В этом предприятии. Ни одного человека нет. Воскресенье сегодня.
смотрел новости, вот попались мне, что говорят, что массово украинцы покидают Польшу. Вот баннер «Работа в Польше». Мясокомбинат тоже предлагает. Вот, и говорят, массово покидают Польшу, едут в другие страны на работу. Не знаю, напишите в комментариях, может кто-то что-то слышал по этому поводу. Интересно услышать мнение. Ночью был дождь. Здесь это еще одна остановка с правой стороны. Такая же самая, как первая была. Только это стеклянные бока были. С левой стороны вот аптека, сейчас подъезжаю, аптечный пункт. Вот пункт аптечный пишет. Такая сельская аптека. Баннер. Комнаты сдают в аренду. Жилье, чтобы снять, говорю вам так, недешево здесь стоит, от 1000 злотых. А 1000 злотых это 9000 гривен. Цены, конечно, не маленькие на жилье. Вот с правой стороны супермаркет Дина идет. С левой стороны контейнеры стоят для одежды, уже ванны такие. Они практически в каждом поселке стоят. Почкоматы на каждом шагу, такие вот инпосты Аллегро. Это здесь вот идет детский садик. Такой детский сад. Сейчас объеду вам, покажу площадку. Какая площадка для детей сделана. Чтобы дети играли. Выстроили новую площадку. Друзья, кому интересно мои видео, поддержите меня лайком, не забывайте. Здесь уже видно, деревья обсыпаются, листья немного. Все спят, воскресенье, отдыхают люди. Такая вот детская площадка, смотрите, как качели, все так поделано. Впереди садик, там детский сад. Так, еду дальше, сейчас проеду школу, покажу вам еще объезд сделаю.
Вот с правой стороны впереди меня стадион идет. Один, второй. Вот там больший стадион идет. Огромный такой. А это вот поменьше второй. Деревья насажены, акации. И вот справа меня пожарная часть идет. Страж пожарный тоже здесь. Так, оформлено все, сделано. Это страж пожарный, сельский такой. Там тоже видно скамеечки сделанные, такие как аллейка. Урночки, скамеечки стоят. Впереди меня тоже какое-то предприятие небольшое. Там в ту сторону, если проехать, тоже два предприятия есть. Рабочие места, все для людей. С левой стороны тоже аллейка идет. Скамеечки, все там так поделано. Вот подъезжаю с правой стороны. Остановка идет. Уже третья остановка. Прямо если поехать, будет город Яроцин. Там 5 километров к этому городу. Большой городок. Тоже работы много есть. А здесь вот видно, фермера живут. Впереди дома не видно. А дальше там, если посмотреть, идут склады, ангары. Техника стоит. Вот домик классный, компактный такой. Это школа уже сельская начинается. Школа подстового в Галине пишет баннер. Точнее, не баннер, а табличка. Заехал на территорию, проедусь, покажу вам территорию школы сельской. Это сельская школа такая, территория. Дальше идет впереди меня поле футбольное, это площадка, паркинг здесь. И вот эта школа сама, фото на стене. Этот граффити красивый такой. Так, выезжаю, проедемся дальше. Такая небольшая экскурсия вам со мной.
сейчас проедемся к сельскому магазину. АБЦ, по-моему. Не знаю уже точно, как называется. Сейчас поедем посмотрим. Домик тоже классный, небольшой такой. Земля в аренду сдается, мы найму плац. Везде вот такие вот дорожки, точнее дорога вот такая выложенная из костки такой, по крайней мере в этом поселке, я говорю, везде. В других селах, конечно, такого нет. Но здесь есть. Можете наблюдать автомобили. Возле каждого двора по 2-3 автомобиля стоит. Без автомобиля никак вообще. Лежащий полицейский переезд, чтобы быстро не ездили. Освещение, фонари видно по улицам. Так, сейчас поверну направо к магазину этому. Здесь тоже вот недавно новую дорогу выложили из плитки такой. Вот с левой стороны от магазина такой, как сделаны столики для отдыха, скамеечки, а вот магазин сельский, Грошик называется. И рядом вот напротив магазина тоже инпост, почкоматы стоят. Это, конечно, удобно, в каждом селе почкоматы стоят. Заказал что-то, пришло без никаких проблем. Так, возвращаюсь обратно. Еще покажу вам супермаркет. Один. Их здесь два. В этом поселке.
баннер «Работы земные» пишет объявление. Второй супермаркет называется «Бинго». Еду к нему сейчас. Я выехал на главную дорогу. Прямо если поехать по этой дороге, то эта дорога ведет на Вроцлав. Я повернул направо сейчас. Вот этот супермаркет второй. Бинго. Здесь вот рядом с супермаркетом продаются баллоны газовые, бутли. Здесь вот шиномонтаж. Скаты делают, клеят, меняют. Это шиномонтаж. А впереди вот рынок какой-то образовывает. Не знаю, что это за праздник сегодня. Напишите в комментариях, кто меня смотрит, поляки, что за праздник сегодня. Вот домик, посмотрите какой. Зеленым всем оплетен. Вот в этом поселке сейчас подъезжаю с правой стороны, смотрите. Рыночек какой-то сегодня. Никогда здесь такого не встречал я. Игрушки продаются, все такое. Напишите мне в комментариях, а в ваших поселках такие есть рынки или нет? Что думаете? Ну, таких вот ларьков. Я думаю, сегодня праздник какой-то. Или вчера был, или сегодня. С левой стороны. Вот такое видео у меня получилось. Друзья, кому было интересно видео, поддержите меня лайком, поскольку это мотивирует меня для новых роликов. Ну и продвигает мои ролики в рекомендации. Вот топик. Ну вот сейчас покажу вам. Этот, как здесь красиво люди оформили. Смотрите, такую красоту сделали. Классно.
Друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока.